Всем привет! Это Hi-Fi Salon CinemaScope, и здесь у нас квадрал Aurum Montan 9. Кстати, вот эти арканы у меня здесь не просто так стоят, ведь они являются младшей моделью в топовой серии квадрал Aurum. А это у нас Montan 9. Соответственно, они чуть постарше. И посерьезнее. Здесь уже есть нагнетающая камера. Сейчас распакуем. А теперь надеваем перчатки, потому что такую красоту только в перчатках. Черный рояльный лак черными перчатками. И вот, можно заметить, здесь уже другие ножки, здесь нет подиума, ножки с виброразвязкой. Ну и она просто больше, круче и серьезнее. Среднечастотный динамик здесь такой же, два низкочастотника абсолютно таких же, разное акустическое оформление. Больше ленточный твиттер. И эта акустика еще отличается тем, что вот у младшей Arcan защитный гриль, он на основе из MDF крепится, ну, магнитами, соответственно, так же, как и во всей линейке, но из MDF. А у Арканов тут такой массивный металлический гриль. То есть он, рама у него металлическая, и на него уже натянута ткань. Вот они. Квадрал Aurum Montan 9. Распаковали. Вот такой металлический защитный гриль. На магнитах все серьезно. Здесь вот резинки натянуты такие. Кстати, пока вот рассматривал чисто визуально, совсем забыл, что здесь есть действительно больше отличий, чем перечислил в начале. Не только просто акустика отличается ленточным твиттером и акустическим оформлением. Она выполнена в таком трапециидальном корпусе. Это у нас ликвидирует стоячие волны паразитные и делает саунд более таким чистым, натуральным. Также Montan поддерживает подключение по биампингу и биварингу, и есть здесь еще сзади такой тумблер для регулировки отдачи именно на высоких частотах, там с шагом, по-моему, в 1.5 дБ все это регулируется. То есть можно либо сделать побольше высоких, поменьше высоких. Прикольно, прикольно. Приезжайте послушать к нам в Hi-Fi Salon CinemaScope, в ТЦ Горбушкин двор. Обе пары можно сравнить, они, можно сказать, сейчас вот поставлю в одну систему и буду сам слушать. Ну, я с уверенностью могу сказать, что квадрал Aurum Montan 9, они на голову интереснее, чем Arcan 9, но тем не менее. Arcan тоже, конечно, за свои деньги, эта акустика просто топ. А домашний кинотеатр на них получается просто шикарный. Приезжайте, будем рады видеть. Послушаем, продемонстрируем и привезем к вам домой. Хоть Arcan, хоть Montan, хоть Vulcan. А с вами был Hi-Fi Salon CinemaScope и я, Дмитрий. Пойду наслаждаться качественным звуком.